А вот 1 сентября к нам приезжал Тони Робинсон, знаете? Знаете, наверное, слышали. Ну, это кто такой Тони Робинсон? Тони Робинсон – это коуч, то есть тренер по-нашему, психологический тренер. Он тренирует бизнесменов для достижения успеха. И знаете, я могу сказать, что я его слушаю. Да, вот представьте себе. И всем рекомендую слушать его. Конечно, это не панацея, там, знаете, от всех наших психологических травм и всего остального. Ну, мне нравится, например, да, послушать. Он многие вещи говорит про подсознание. То есть, когда мы перемещаем наше подсознание вперед, я как доктор вам говорю, психотерапевт, вперед перемещаем подсознание, а потом мы идем за этим подсознанием. Надеюсь, вы меня поймете. То есть мы вперед, например, закладываем себе программу какую-то, и уже потом идем. Если мы заложили на неудачу, мы идем к неудаче. Если мы заложили ее на большие свершения, мы идем к большим свершениям. Вот так вот. Если мы заложили, что мы там алкоголики, мы будем пить. Вот так вот, да. Если мы заложили, что мы там великие люди, мы будем великими людьми. То есть будет так, как вы захотите. Это звучит как бы банально, но на самом деле это так. И вот послушав Тони Робинсона, я вот, например, это осознал. Я следую его советам, как бы, и всем советую этого добиваться. То есть многие остались недовольны. Вот мы потратили там столько-то денег. Он заработал сколько? 800 миллионов. 800 миллионов рублей он заработал на этом концерте. Ну а почему? Как вот человек? Вот так вот он заработал, взял, он там, не знаю, как это. Он говорит, что жизнь это волшебство. И правильно он говорит, да, действительно. Вот он колданул, грубо говоря, заработал 800 миллионов, остался доволен. Те, кому надо, да, те как бы пришли и получили от него энергетику. Ну а кто засомневался в этом, то есть нельзя так прийти к нему на концерт и вот я пришел на концерт Тони Робинсона, моя жизнь изменилась. Для этого надо работать. Работать, работать и еще раз работать. Все.